У кыргызстанцев будут длинные новогодние каникулы. По постановлению правительства мы будем отдыхать 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января. 29 декабря в субботу будет выходной день, а 31 декабря рабочим. Отрабатывать выходные будем в течение года. 23 декабря в Джалалабаде произошла страшная авария. Красная иномарка врезалась в арку на въезде в город. Момент аварии попал на камеру дрона, который снимал свадьбу. В машине находились двое парней. Один из них не справился с управлением и врезался в арку. Пострадавших доставили в больницу. 24 декабря должно было состояться заседание комитета ЖК по социальным вопросам. Но на заседании было всего лишь два депутата из 10 его членов. К назначенному времени пришли глава комитета Гулькан Молдабекова и Дуйшон Туракулов. Остальных не было.